Скажи мне, вот это, да, правда? Да. Там есть уже ссылка. Зимний кубок полуфинал, да. А, серебряный кубок. Подтвердить, да. Спасибо.
Монако в эфире. Боруссия Сельта, вот он, да, есть. Так, вот это, наверное, да? Ты на ютубе.
Oh!
Output. Это где? Вот тут где? Я сейчас зашел в YouTube. А, вот, 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 понял. А, зависла программа как-то. Да не, ну да, он на сети вроде, не знаю, что он как весит, кто раз 7, может, не носит. Тут все включено, да? Ну да, он что, прям... Ты в диспетчер задач зайди, посмотри, что нагружает. Это такое может быть из-за того, что ты по видео общаешься еще. С телефоном что-то дают. А, я понял. Можешь со своего перезвонить? Давай, сядь! Тогда получше будет. Давай попробуем связь завершить, потом сначала я перезвоню со своего. Да, я с телефона разберу. С телефона он разберет. Модем есть, но от него провода я не нашел. Модем есть, но... провод не нашел.
что-то вообще... Это больно. Ну мне телефон нужен, чтобы посмотреть, как это сделать. Я полазил, так не нашел. Если со своего перезвонишь ему, я хотя бы... Вот смотри, поговорю. Я вот это поставил, правильно, да? Дай, дай! Так, и что там, микрофон? Вот сейчас я говорю, слышно что-то? Да, сейчас еще раз. Вот. Вот сейчас. В режим камера его перевел. Ну просто да. Из off в on. Off смартфон. Со своего можно. Раз. Чтоб я поглубже задумался. Хорошо, потому, давай. Сейчас я. Вань, сейчас я перезвоню со своего. Thank you.
Иван, туда попал, да? Привет. Джеки, видишь, 4 этих. Дырочки, ну, точнее, эти палочки такие разъединены. А, на джеки 4 палочки, это распознает микрофон, по идее. Да, да, да. А что тут подзависло опять? Что-то, да? Так, давай еще раз. А, ну сейчас уже, наверное, ничего не проверим, да? Вот сейчас он как бы в красном режиме. Оф, и смартфон. Yeah.
петля, постоянно ожидание отклика, ожидание отклика. Не, я просто вытащил это я не только что. Все. Слушай, камера видеозахвата в 3-0, да? Вот мы так. Где тут как? А синий, если USB-шка синяя, то это 3-0. Синяя? Да. Да ну погоди сейчас. Нет, подожди, здесь у них тоже такие же. Они все серые здесь. Не знаю, давай вот. Давай. Так, ну вот я перетнул, это не HDMI я перетнул, это USB я перетнул. Камера, наверное. Вот это весь печет, Эклип. Это камера, вот же. А, это камера. Все, я понял. Она у него с переходником USB на HDMI. Ну, короче, в ноут USB зашел. Ну, камера радиозахвата. Камера радиозахвата. Ну, я, короче, перетнул USB-разъем на другое. Не знаю. Вот я не могу. Походу, надо его перезаходить. А у него с переходником. У него же переходник там потом. Вот, видишь? Вот у него. И USB-шка сюда. А потом переходник. Так, программа. В ноут USB-шка у него. Может, без переходника сделаем или короткий провод? 1.80 метра. Нет, по идее так нужен, да. Что, здесь сразу поток нажать? Или надо заново копировать? Дальше ты не отходишь. Ну что-то, по-моему, там появляется. Соседям. Все, ну, выключились.
Сейчас камеру еще раз добавляю. Да, немножко вот эти вот фрисы какие-то. Так, подожди, ну а сейчас вообще что происходит? Сейчас как бы показывать что-нибудь вообще или как? А, погоди, вот еще аудио сейчас добавлю. И карточку еще надо вот этот... Счет. Какой-то аудиоинпут еще появился. Какую карточку ты говоришь? Плашка вот эта, где счет написано и время идет. Это карточку еще надо, где счет и время. Она там, ссылка есть. Как закрыть вообще? Почему у меня два есть что-нибудь? Раз. Я понял. Давай. Так, а в камеру ты говоришь, почему нельзя? Фонить будет? Давай просто проверим. Как-нибудь. Вот такой. Держишь ее? Да. Раз. Там же тоже надо добавить, чтобы с этого, с аудиокарточки пришел. Ай-яй-яй-яй, что думал? Тоже Realtek сила, да, убирать? Нет, это там это о том, что я говорил. Ну, это то, что Филипп говорит, фонить, да, получилось? Да. Он так...
А может мы на... А, шум с поля идет, да? А меня микрофон, меня не слышно, да? А, понятно. Ну как вариант. Просто зависла опять, и нужно даже что ждать или что опять слетело. Почему-то 2000 все равно.
Нет, это потому что я новый открывал. Смотри, что здесь. Что здесь можно еще менять? Что, 3500 ставить? Или оставить? То ли я много понаоткрывал, то видишь, я нажимал и не ждал. Наверное, надо ждать, потому что пока он откроет. Я, короче, сразу кликал. Много окон получается пооткрывалось, короче. И их много, вот я не пойму, какую я настраиваю из них. Там 4 против наших. Как бы их закрыть. Ну там одно аудио, правда. Они типа вместе как накладываются друг на друга. Но вот одно вот это видео убрать бы. Что мне кажется, ему как-то это. Ну вот видишь, что вот, ну, вот это у меня вот. А, я понял. Все, я понял. Все, я понял. Я просто...